В зоне грузино- и юго-осетинского конфликта состоялся еще один обмен пленными. Минувшей ночью на территории поста российских миротворцев в 5 километрах севернее Гори представители Цхинвали передали Грузии 7 человек. В их числе 2 военнослужащих, которые были захвачены в ходе боевых действий. Грузинская сторона передала Южной Осетии 5. Все они гражданские лица. 3 из них россияне. Несколько дней назад они были задержаны в Батуми. Обмен пленными состоялся при посредничестве комиссара Совета Европы по правам человека Томаса Хаммерберга.